Поклонники фантастики, любители киберспорта и исторической реконструкции объединились. В Национальной библиотеке впервые прошел День фантастики. На нескольких площадках состоялись чемпионаты по настольным играм, конкурсы рассказов и рисунков. Известные писатели-фантасты Сергей Лукьяненко, Олег Дивов, Евгений Лукин, Александр Громов провели увлекательные лекции. В завершение дня состоялся круглый стол на тему «Будущее Якутии» с участием приглашенных гостей из Москвы. Писатели пообщались с поклонниками, поделились секретами творчества, рассказали, как совмещать реальную жизнь и фантастику. Мероприятие «День фантастики» у нас проводится в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Тоже очень такое достаточно большое комплексное мероприятие. Ну и, естественно, гвоздем программы у нас стали гости из Москвы. Также были представители журнала «Если», фантастического журнала «Если», это главные редакторы. Цель вот именно самого дня вот фантастики, конечно, это в первую очередь, это все-таки популяризация именно в целом чтения и литературы.